Навруз, персидского «Новый день». Этому празднику не одна тысяча лет. И отмечают его народы Средней Азии, татары и многие другие. И сегодня в честь знаменательного события представители диаспор поздравил мэр Улан-Удэ. Потребность людей разных национальностей в сохранении своей культуры, языка, обычаев и традиций, социальная адаптация и интеграция в местное сообщество – все это предмет совместной деятельности органов местного самоуправления города и национальных культурных диаспор. Кроме этого, мэр наградил видных общественных и культурных деятелей, бизнесменов и тех, кто вносит вклад в развитие дружеских межнациональных отношений. По словам руководителей диаспор, такое внимание властей для них очень важно. И, наверное, это единственный город вообще в России, как мне кажется, где специально для нас выстроен большой дом дружбы, где мы можем собираться. Да? Все время наши эти праздники поощряются, финансируются правительством нашей республики. Поэтому, конечно, для нас это очень важно. Администрация нас во всем поддерживает, во всех мероприятиях. Я хочу от всей души поздравить всех земляков, проживающих в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия, с праздником Новруз. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего. Этот праздник давно международный. Кроме этого, ЮНЕСКО внесло его в список нематериального культурного наследия человечества. Алевтина Дармаева, Жаргал Цириндашиев, новости дня.